Ребяточки, а у нас все стабильно в Таиланде, все как дома. В общем, всем привет-привет на канале «Пиратская жизнь». Мы сейчас решили съездить, прогуляться в одно прекрасное место. Оно находится от нас недалеко, на Пратамнаке. Это, знаете, холм Будды. А вот у нас скоро закат. Сегодня у нас есть какая погода. Тыщ-тыщ-тыщ. Мы, как всегда, вечером выползаем, как, знаете, как вампиры. Закат! Все, можно выползать на улицу. Вот, хотим сейчас проехаться, прогуляться, встретить закат в прекрасном месте, попить кофеючек, прогуляться. В общем, вот. Ну, конечно же, берем вас с собой. А вы не забывайте ставить лайки. Не будете ставить лайки, я вас навижусь и укушу. Тут вон люди прям тут шлепки оставляют. Коляски. Это, наверное, ту бедрума, да? Ту бедрума. Ну, у нас one bedroom. Ну, вот это. Все, сейчас едем. Едем вниз. Он говорит, на, соси. Может быть, такой мини-буш агрессивно. Ай, саишка здесь, пук. Насколько он меня знает. Ай. А, пропустил. Вот Контику меньше года. Точнее, наверное, год уже, наверное. Что-то все ремонтируют. Везде. Леса какие-то. Ну так вот. Ну, красиво так сделано, конечно. Симпатично. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Подождать такси. Ну что там? Давай, вызывай такси. Поехали. Вот весь закат пропустил. Вот такая Toyota у нас. Крутая, черная. Ох. Белый салон. Супер. Да. Люкс. Это все же такси. На каких только машинах мы здесь не ездили. Как прикольно. Такая белая кожа. Супер. Все, едем. На холм Будды. Иди сюда, Маня. Видите, как свечки такие узенькие, вытянутые. Буквально вот одна квартира и вторая с другой стороны. Все. По такому принципу здесь практически все построены кончики. Есть такие, которые, знаете, как корпусами, а есть вот такие вот вытянутые. У нас тоже вот кабана, она получается тоже вытянутая. Вот так смотришь, она так с двух сторон по квартирке. Идем, ривьерка. Было возможность, кстати, сюда заселиться, но не знаю, что-то как кабана выбрала. Вот ривьере, к сожалению, там матрасы не очень. А здесь, кстати, классный матрас. Высыпаешься, даже спать неохота. Как дома. Все как дома. Дорого, правда, но зато кайфово. Строят новую кабану. Может быть, потом в новую кабану. А я вообще жду, когда построите Айрос. Очень классный кодик. Мы там показывали шоу-рум. Мне очень понравился. Ага. Вот, кстати, вот раз его налог. Еще один. Они прям друг за дружкой. А, чуть-чуть там пройти, еще один. А, напротив, здесь еще один. Три штуки сразу. В кутике. Так. Блин, жалко, что я снимаю на камеру и на телефон. Все так камеру снимают, я такой прихорашиваюсь. Я не вижу. Вся жизнь на байке. Жена. И этот. Еще сбоку две корзины висят, там инструменты и прочее. Не, реально, у них вот они все, что хочешь, могут там. Мы видели, как мебель возили на байке. Это вообще отдельная тема. Такие они, дельцы. Топ с Дейлем. Иди в жопу. Тебе давление давай померим. Где? Где-нибудь. Я не буду. Не буду. А я тогда задержаться, если буду. Тем более после еды. Задумал. Вообще умник. Там стоит, конечно, да, висит. Я не буду.
Вон, видите дом, да? То есть у них первые несколько этажей это все парковка. А потом уже сверху идут вот эти вот квартиры. То есть у них, когда дом сдается, он уже сразу считается парковочным местом, там со всеми делами, то есть басик обязательно практически в любом котике есть. Да, бассейн, спортзал. То есть вот по сути вот это вот все уже входит в стоимость. Это на самом деле круто. То есть не то, что у нас вот, например, квартира покупаешь и машину потом ищешь место, куда бросить. Хорошее это дело. Вот, ну, говорю, у них вот дома, вот некоторые видишь, смотришь, они прям здесь черные такие. То есть, ну, черная плесень. Потому что некоторые, к сожалению, вот те, которые постарее кондики, они не ухаживают за ними уже. Вот так, вон, вот эти черные плесень. Вон тоже. Вот, например, эти вон. Это все черное. То есть, ну, такое двоякое чувство. Вроде хорошо, дорого и богато смотрится, а по факту, ну, такое себе. Все, едем. Что-то, блин, пробки здесь такие, капец, вообще. А у нас точно туда везет? Ну, ладно. А, там вот тоже, видишь, какой-то подъем. Или они разворачиваются? Ну, не туда. Начал, блин, не поеду, все, пишите пешком. Я не знаю, либо ты дурак, вот, поставил точку. Чего? Какую-то. Либо что? Тебе показать, блин? Давай, покажи. Иди, гляди, давай. Что там написано. Если ты не едешь, если он на этот голланд снизу остановился, говорит, я туда не поеду. Я говорю, сфига ли. Я говорю, вон такси поехал. Ой, я не поеду. Понял, что мы никуда не выйдем. И, короче, это, поехал. Что-то они тоже здесь, блин, такие. Ужас какой-то. Надо какую-то другую точку здесь выбрать и все. Какую? Здесь, вот зафикси, вот посмотри, где вот в Google картах. Вот точка, вот, блин. Ну. Радио. Ну. Есть монумент. И все, больше нет никакой точки. Кто знает, как точно называется эта смотровая площадка? Ну, чтобы там на будущее. Она раньше была смотровой. А сейчас смотровая площадка вот где-нибудь ниже. То есть он нас туда и вез. Ага. Нужна мне там это. Значит, ты поставил неправильно точку. Знаешь, я, блин, склонна к тому, что... Принцу Рама пятый. Ну, он знает, что здесь сюда прям заехать нельзя. Вот именно. И вот что? Он не хочет ехать. Короче, Вован еще тот. А я вот сюда хотела. Сидит там, она ко мне сходит, блин. Да. Я поставил правильно точку. Да. Вот он. Прям. Вон, читай. Монумент парк. Монумент парк. Короче, прям капец. Еле добрались. Каждый раз, блин, какая фигня, блин, с тобой. Не знаю, что добраться. Чисто. Все, просто смотровая плохая. Ой, блин, что за человек вообще? Не могу, блин. Полюбасон поставлю, блин. Полюбас. Все, успели, слава богу, на заказ. Вот он едет туда, едет сюда, едет. Здесь вот здорово погулять. Очень красиво. Сюда все приезжают. Здесь очень классные виды. Сейчас закат будет. И классно здесь посидеть. Смотри, как красиво. Это вся Паттайя на экране. Виды какие классные, а? Недостроенный кондик. Перезвали хай. Короче, в следующий раз буду вызывать такси я. Потому что этот ни хрена не может вызвать. Ни хрена. Какую-то точку там обозначил. Я сейчас сидела, ругалась с таксистом. Вообще шедом. Так, ладно. Все, хватит негативить. Там ехать туда вниз. Там есть смотровая площадка. Там же находится кофейня еще. Вниз туда. Но он ехал, наверное, туда, куда надо? Он, блин, ехал не туда, куда надо. А почему потому тогда? Потому что не указана была вот тут точка. А почему он тогда поехал? Он поехал здесь, хотел там нас высадить, ага. Чтобы мы поднимались. Поднимали пешком. И пошел он в жопу туда. Раз указана точка, значит указана. А сюда проехать нельзя. Почему? То есть можно там высадить, а сюда не пускать. Ну, понятно, где, что сюда не пускают. Значит, надо было какую-то кафешку, ну, там обозначить. Не местный такси. Я не знаю, местный, не местный. Даже не, но знаю, борзый. Где это, блин, здесь это монумент, рамп, пятый.
Здесь очень много приезжих. Вот и... Точно так же, как у нас. Работают да. Вот не совсем русские национальности. Ох. Кто разгонил меня. Да. Ну что, смотрите, если будете вызывать такси, вот туда. Протамнак Монтайн Вьюпойнт. Вот здесь еще вот смотровая. Протамнак Монтайн Вьюпойнт. Вот прям надо было набирать. Вот на. Давайте вот этим маршрутом поделюсь и все на будущее. Чтобы ты знал, куда приезжать. Ага, окей. А никаких там рама пятых и прочих указывают, куда не надо. Ладно? Вот я указывал точку. Вот, видишь? Ну. Принцов Чхомпон монумент. И что? Вот точка. А почему он тогда вообще нафиг стал объезжать? Я вообще не знаю, что он стал ее объезжать. Может, он думал, там можно въехать. А в итоге остановился, говорит, идите пешком. Я говорю, ага, ничего, что, я говорю, он такси поднимается. Я говорю, ты что, не офигел? Я говорю, давай наверх. Вот, видишь, вот все, он поругался на нас, ладно, на своем. Мы около этого как раз и находимся. А вот, видишь, вот тебе еще одна точка радио, и вот кофейня. Ну вот про эту кофейню, где мы с тобой сидели. Да, вот надо, вот нужно было кофейню указывать. А нифига, а здесь указывается только вот эта часть. Вот она. Ну вот, значит, вот это вот все. Короче, и два Сусанина, блин, что один, что другой. Что один за рулем, что один за рулением. Чего? Все нужно, девочки, нужно все брать в свои руки, для того, чтобы все было нормально. Это ты Сусанин. Фу, на тебя еще раз. Пойдем фоткаться. Че, я просто так приехал? Он тут говорит, это хочу бабахнуть. Там можно этот поджечь петарды специальные. Продаются. Хочет бабахнуть там. Раз, два. Да. Вешаешь ее. Поджигаешь. А у тебя зажигалка вообще есть? Нету. Вот. Давай начнем с этого. Видите, здесь вот такие вот два. Ну, это вообще вот это, в честь Рамы Пятого. Они очень его почитают. Вот. И в честь него бабахают здесь такие. Вот. Прикольно, кстати. Как красиво. А у вас зажигалки даже нет. Тюренька вот такой вот. Памятник. Молится. Фоткают. Видео. Сик. А, приклеивают, да? Да, кусочки золота. Приклеивают золото. Ну, типа. Ну, это, наверное, как фольга, наверное, мне кажется. Да. Золочный фольга. Здесь исключительно босиком, но... Только босиком подниматься, видишь, вот. Вот только там, с краешком. Ну, я бы не сказала, что здесь прям так чисто. Далеко нет. Здесь, кстати, очень много работников, которые все делают. Да. Ну, это как, знаете, у нас вот приходят в храм, вот, ставят свечку. Ну, здесь они также. Вон, кстати, тоже вот какие-то вон горящие. Но это благовония, да, вроде? Вот такие вот. Вот, видите? Такие, оп, поставил благовония. Вот они. Тлеют, как у нас свечки стоят. Какая красота. Цветочки стоят. Здесь, знаете, везде очень много петухов всяких разных. Тут очень поклоняются этому делу. Видите, вон там стоят статуечки. Такие. Ну что, ты хотел бахнуть? Здесь. Иди бахай. Нужно было здесь лют. Да. Вот здесь, наверное, кстати, мне кажется, вся площадка была занята, потому что отсюда, наверное, вид был салютов прям как. Кстати говоря, вот реально, вот здесь вот самый классный вид салютов. О, вон, кстати, по-моему, сейчас бахать будут. А с цветочками идут. Нет, это не бах. Там как раз коробка большая. Ты открываешь, вешаешь. О, здесь вид классный. Посмотрите, видите, вся Паттайя. Это центральная часть. Широка Паттайя, моя родная. Такая красота. Так сколько раз уже здесь были, каждый раз какие-то проблемы с добиранием. Вот мы кончик проезжаем. Это H, по-моему, нет? Тут. Когда едем с этого. Ну, сегодня вот какой-то туман. Не очень хороший. Вон, смотрите, сколько петухов стоит, видите? А да не петухи. Такие. Петухи. Еще иди. Бахни. Бабахни. Только если дорого стоит, я тебе не дам бахать. А это, кстати, одна из... вот пошли. Сейчас они бахнут, а мы посмотрим. На халяву.
то только они сейчас будут долго это подожди. Вот, подожди. Это вот, кстати, один из, ну, как бы, как представительство храма истины, вот, который здесь тоже находится. Он вот находится там вот, за, на клаву. Вот. Вообще, на самом деле, это все из дерева. Все это резное. Да. Ну, это, мне кажется, крашеное, да? Крашеное. Дерево, часть. Да. И вот представлен вообще храм. Ну, что-то мы смотрели, да, тут доехать, по-моему, 500 бат. Плюс еще там внутри, там, что-то не по 1000 бат за человека. И мы что-то подумали, что как-то дороговато, блин. Все эти храмы. Да. Так красиво растит. А вот сюда. Так. Знаете, такая небольшая площадочка. Вообще здесь можно спуститься и до храма Будды. Вот, там такой здоровый Будда стоит. Мы там были. А там подниматься надо. Плюс еще здесь, снизу вот здесь вот эти буквы, Паттайя, которые видно с пирса Балихай или с моря. Очень красиво. Ну, подождем. Бахнут, а мы посмотрим. Мы не торопимся. Мы гуляем сегодня. У нас сегодня, так сказать, культурное мероприятие. На закате. Смотрите, как красивый закат. Фоткаются, что они принесли. А, во-во-во-во. Смотрите. Всем покажу. Да, еще там повесит и будет бахать. Тысяч, да. Закатик красивый. Вот здесь видишь, красное это все, да? Это вот. Да, это, короче, это как раз из... Когда она лопается, да. Знаешь, просто как это пугает. Ну да. О, еще идут. Как сигнальные. О, видишь, он целая лента получается, да. Красная такая. Лента целая. Сейчас он повесит, подожжет. Мужчина, когда мы брали большую, здесь мужчина был, он как раз брал, и мы его взяли. Мы снимали, поедили, он взорвал. А он прям нас это подвел, говорит, пойдем, покажу. Ближе, да. То есть им прям, вы знаете, они любят даже, когда вот иностранцы интересуются их обычаями. Обычаями, то есть как они все... О, сейчас начнут. Все вот он стоят. Это вот уши забахал. Сейчас буду ходить. Да. А выше уши даже. Пум-пум. 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 Дым пошел. Да, и дым. Дымовуха у меня большая. Пых-пых-пых. Ну вот. И порохом запахло, да? Ну. Чувствуешь? Ну. Пахнет, да? Хотя они фоткают это все. А мне, знаете, еще прикол? Я говорю, вот они вот пришли с красивой там туда-сюда, фоткаются. Да? Это как салют. Воздают ему. То есть вот она молится. Вот она молится, он ее фоткает со всех сторон. Он был принцем, он был еще и адмиралом. Не, вот она вот молится, видишь, он ее фоткает со всех сторон. Да. Это как вот ты в церковь придешь, и тебя буду я со всех сторон там селфи и прочее. Не, у них это принято, а у нас нет. Ну, блин, меня кто-то, знаете, осуждал, что я на фоне памятника родителей фоткалась. Вот, знаете, разные, как говорится, народы, разные, так сказать, у них веньи и прочее. О, фига себе, он сейчас бабахнет. Фига себе, он сейчас бабахнет. Так, Вова, ждем. Когда вот эта бабахалка фигахнет. Там, кстати, они продаются. Маленькая, большая. Пойдем пофоткаемся пока. По-моему, большая стоила 1000 бат. Вот такая. Они это, не знаешь, они как это, грехи, что ли, отмывают? Что такое? Нет. Ну, это. Ну, они вздают это. Когда что-нибудь такое нехорошее происходит, карма там еще чищает. Что-то. Да, они так это карма чищают. Все, пошли на поход. Ровно 6 часов они спускают флаг. А поднимать так же утром. Ага. 6 часов спускают, 6 утра на сегодня, да? Ты гимн. Да. Гимн Таиланда? Да. Я даже не знала. Должен знать. А то, что ты вообще знаешь. А есть, кстати, смотри, видишь эти? Как это? Ракета. Или как-то так. Все, снять. Он, видишь, по бокам ракеты такие. Не, не ракета, а снаряды. Снаряды, да. Так. Красота. Вот такое место, только ищите правильно, как туда сюда добраться, лучше брать такси, потому что снизу там очень такой, знаете, крутой подъем, и будет сложно добраться. А вот. Ну, либо вы любите крутые горки, там подъем практически 45 градусов.
Вот, так что все как вы хотите. Да, вот здесь, кстати, тростинки. Вот они. Бабах. Да, вот эти вот бабах. А how much? 270. 220 или как-то так называется. 220. А если, наверное, самые большие? Вот они здесь продаются. И горилла, и нашли вот здесь. Она говорит, это только там оставлять. Да. То есть нельзя их. Это просто, это не курение. Это типа как вот у нас конфетку приносят. Да, да, да. Да. Ну, цветочки, смотри, какие красивые. Тоже. Цветы, вот, в общем, короче. Да. Короче, место очень красивое. Кстати, некоторые, это, да, приносят алкоголь. Как-то там газ стоит бутылка. Да, он не скажет. Да, короче, место очень такое атмосферное, красивое. Здесь очень можно сделать много красивых фотографий. Вот, поэтому очень советую здесь побывать. И здесь рядом, кстати, очень много храмов, там туда-сюда. То есть походить можно очень так интересненько. Вон туда мы вот. Снимались. А мы хотим вот в эту кафешечку пойти. Но мы увидимся в следующем. Всем хорошего настроения. Пока-пока.